Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам очень классную карту для Майнкрафта по Expedition. После установки этой карты в вашем городе появится возможность стать охотником, а может быть и жертвой, друзья. Ну, во-первых, в этой карте мы появляемся вот в таком очень классном спавне. Вот, и под нами алмазный блок. Довольно дорогой блок, но идти нам надо дальше, друзья, где находится изумруд. Это мы просто берем и обходим. Ну да, карта у нас называется примерно вот так. Ну и вот здесь у нас расходятся наши пути. Эту карту мы будем сегодня проходить с нашим другом, друзья, с моим другом. И сегодня покажу, как она работает в детали. Ну, берем вещи, которые нам нужно взять, конечно. Стрелы, потому что я не знаю, что нас ожидает, друзья. Я честно вам клянусь, что я только запустил и сразу начал ее снимать. Так. Так, я понял, нам дали броню. Ну что ж, нажимаем, да? Хотя, подождите, вот такая у нас броня. И давайте нажимаем. Так, и я понял, друзья, что мы будем делать. Конечно, неожиданно, но давайте попытаемся его убить или сбить. Я не знаю, как мы его должны убить. Вряд ли этими стрелами мы можем его убить. Хотя, можно и убить, друзья, но стрел у нас довольно мало. И их мы можем потратить очень быстро. Ладно, он уже очень быстро добрался до этого красного домика. Я не знаю, конечно, что нас ожидает в пути. Что ожидает нас дальше, друзья. Но пока что давайте пытаться его убить. Так, ну стрелы в него вообще не попадают, потому что я не могу рассчитать траекторию полета этих стрел. Так, он упал, получил урон, нужно его добить. Так. И он куда-то упал. Да, прекрасно. Ну, я так и понял, он вздохнулся лаве. Ладно, давайте повторим это все заново. Сейчас он прибежит. Там, смотрите, стоит трактор. Очень классно все это оформили. И ID-карта тоже очень классная. Классно сделали облака на фоне. Вот такого синего фона. То есть, это небо. И по небу плывут облака. Ну, ладно. Так. Где он? Ждем. Ну что ж, давайте начинать тогда. Так. Вот, нет. Я опять же не могу рассчитать траекторию полета этих стрел. Очень сложно, друзья. Ну, я почти. Вот прямо рядом с ним летят стрелы. Так. Ну, нет. Слишком низко. Либо слишком низко, либо слишком высоко, друзья. У меня не получается, почему прямо в него попасть. А хотя вот мы и попали один раз. Но один раз из тысячи раз это вообще ни о чем. Но, опять же, не попал. Ну, опять же, у меня баг моего телефона, друзья, к сожалению. И, наверное, он соединился. Да, он соединился. Ну и, наверное, вы поняли, как работает карта. Поэтому на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.